Мотор. Еба, всем здравствуйте. У нас сегодня в гостях Сибирь, группа «Дело в шляпе». Хотел бы задать вам пару вопросов. Что вас подвигло заняться, ебать, творчеством музыкальным? Ебать, творческим музыкальным? Ебать, любовь к музыкальному, ебать, творчеству. Во сколько лет вы написали свою первую песню? 14. Почему она была не про хуй? Потому что про хуй хуёвые песни, а моя песня хорошая. Она была написана про хорошее. В каком классе вы создали свой первый музыкальный коллектив? В каком классе? Да. Блять, надо к себе подтягивать нахуй. Пару лет назад я группу создал. Это какой год был? Какой год был? А сейчас какой? Сейчас 21 год. Значит, 19-й. Рождества Христова. 19-го, значит, я создал группу, да. Можете кратко описать, блять, лирику вашего музыкального творчества, коллектива? Как сказал мой звукарь, это качественный панк-рок на уровне кишей, нужно писать. И вот так вот мы себе альбом записываем. Он согласился прям бесплатно записывать нас. Говорит, блин, хип-хоп пишу, говорит, рэп пишу, попсу пишу, говорит, панкухи еще не было. Он говорит, я такой, говорит, не слушаю, как бы мне такое не нравится. Он говорит, твоя музыка качественная, ее, говорит, нужно записывать. И вот мы ее записываем. Это первый альбом? Да, первый альбом называется «Четверть грамма». Кстати, история. У меня свой гитарист, как Чак Берри, крутой «Мама, не горюй», говорит, назовем группу «Четверть грамма». Я говорю, на большую сцену с таким названием наркоманским нас не выпустят. Я говорю, я вообще хедлайнер, я решаю, будет группа «Дело в шляпе». Он говорит, нет. Я говорю, давай альтернативу. Он говорит, какую? Я говорю, компромиссную. Он говорит, ну-ка. Я говорю, давай я напишу песню с названием «Четверть грамма» и назовем так первый альбом. Его устроило. Ну, так как я решил, группа «Дело в шляпе», я написал эту песню. Могу даже исполнить ее. Давай. Сейчас, настрой струну. Исполним. Тюнер, да? Почти. О. Оп. Чё первую настраиваю, она мне вообще сейчас нахер не нужна. Четверть грамма табака и четверть грамма лжи. Для вдохновения четверть грамма — это мало, очень мало. Забью я плотно свой штакет, приговорю его в обед. Приход пришел, момент настал, торчать ни капли не устал. И алкоголя мне не надо, не быть накуренным пиздата. Я не напьюсь, я накурюсь и, может, творчеством займусь. Зайдет накуренный сосед, протянет мне еще штакет. И закурю, и запою, и, может, что-то сочину. Новый хит, удар не круто говорит. Растет количество кустов для написания хитов. Так. Овации, вот. Снимаю шляпу, дело в шляпе. Скажешь. Ты это прекрасно знаешь. Откуда мне это знать? Я первый раз тут играю. Значит, я тебя довожу. Здесь люди жалуются, здесь не играют. Да я услышал уже, да? Вот эту воду лить не надо. Ты сказал, что нельзя, мне этого достаточно. Я тебя услышал, так больше не буду. Так ты встань и тогда и иди. Вот как Господь Бог. Не, ну сидеть-то здесь можно? А? Сидеть-то тут можно? Убивай тогда гитару. Так уберу. Она же не будет играть сама по себе. Я сыграл, ты сказал, играть нельзя. Хорошо, играть не буду. Ну сидеть-то можно с гитарой в руках? Ну надо какие-то действия сделать. Нужно, наоборот, прекратить какое-то действие. Я его прекратил, этого ты достаточно. Не я умничай, вот я тебе вот говорю. Я не умничаю, ты сказал не играть, я не играю, в чем проблема? Я тебя услышал, я не буду больше играть.
Она тебе мешает, она же не играет. Да вот мы с тобой, смотри, сейчас на разных языках, я тебе говорю одно, ты мне другое. Ты попросил меня не играть, я тебе говорю, я не буду играть. А зачем тебе эта гитара нужна? Логика в твоих словах где? Зачем нужна? Ну, в принципе, она сейчас не нужна. Ну, мне, чтобы ее убрать, мне нужно убрать ее в чехол. Если уберу ее в чехол, мне придется стоять. Ты своими действиями, ну, как бы, вот, ну, провоцируешь как бы. Я не буду убирать гитару, но я играть на ней не буду. Это провокация. Какая провокация? Провокация это если я продолжу на ней играть, это будет провокация. Среди вас вот много молодежи, которая ходит на Навального стопудово, вот, и вот провоцирует. Я, конечно, Путина терпеть не могу, но Навального не приветствую. То же самое, только в другой профиль, бля. Просто у вас тут гитары и камеры, и я думаю, что явно вы тут что-то записать хотите, еще что-то. Ну, да уже все записали. Ты сказал, что больше не играть, я больше не буду. Я человек сибирский, порядочный. Я сказал, что не буду играть, значит, я не буду играть. Я себе грехов уважаю. Ну смотри, ты представь, что вот как будто я Господь Бог твой. Вот я наложил руку, ты встал и пошел. Все. Зачем мне идти-то? Здесь находиться я имею право? Имею. Так встань тогда. Здесь не сидят, я еще раз тебе ищу. Не сидят, не собираются, не толпятся. Как не толпятся, не собираются? Это Castle Rock, то всю жизнь так. Я здесь, блядь, работаю уже с 2007 года. Никогда здесь такого не было. Чего ты мне втираешь? Да, ну сколько приходил, то всегда сборище, то всегда есть люди, но... Да, базара нет, я не видел, что тут кто-то играл. Но сейчас я первый раз в жизни тут сыграл, ты сказал не играть. Я сказал, я не буду играть, в чем проблема? Я не играю. Встань, встань. Блин, я посидеть хочу, зачем мне вставать? Именно вот здесь вот посидеть, провоцировать? Где я вот провоцирую? Сейчас, вот смотри, сейчас я вот уйду, да? Вот сейчас уйду. Кто-то из продавцов, у нас тут уходит руководство магазина. Мне все равно скажут подойти, и я еще раз к тебе подойду. И ты мне скажешь, а что мне посидеть? Если я играть не буду, тебе не скажут подойти. А я играть скажут, не буду. Скажут. Почему? Понимаешь, я вот не могу залезть вот им в мозг туда. Я тебе говорю, как есть. Есть практика определенная у меня за плечами, понимаешь? Я понял. Мы сейчас пойдем. 5 минут и мы уйдем. Играть больше не будем, я тебе обещаю. Давайте.